Приветствую вас, дорогие зрители. После просмотра видео обязательно оцените качество новостей лайком. А мы начинаем. Продолжаются судебные войны Анастасии Волочковой и администрации Большого театра. Экс-балерина требует 95 миллионов рублей. Волочкова обвиняет администрацию театра в многократных нарушениях закона. По словам бывшей примы, она не получила зарплату за несколько лет работы, а также у нее нет пенсионных начислений от Большого театра, пишет Стархит. Адвокат экс-балерины Анастасии Волочковой Евгений Корчага заявил, что документы Большого театра, которые тот использует для своей защиты, в суде недостоверны. Большой театр припер две коробки напечатанных документов. Одна коробка – это якобы реестры, по которым они перечисляли деньги Анастасии. Не банковские документы, а напечатанные Большим театром документы. Вторая папка – это штатные ведомости. Они несколько месяцев ничего не предоставляли, а сегодня предоставили целую пачку документов. Складывается впечатление, что они, возможно, просто печатали их, сидели, рассказал адвокат. Анастасия и ее юристы намерены обратиться в Следственный комитет. Большой театр повторно попросил, чтобы из банка истребовали информацию о зачислениях Анастасии. Оттуда пришел ответ, что никаких зачислений нет. Театр сообщил суду, что они договорились с банком, что банк даст другую специальную для них информацию. «Для нас это нонсенс, как можно с банком было о чем-то договариваться, учитывая, что банк отвечал по запросу суда. Мы отдельно этот вопрос рассмотрим и обратимся в Следственный комитет», – заявил Корчага. Мальдивский отдых с экс-кавалером Анастасией Волочковой Сергеем обошелся ей весьма дорого. Об этом балерина рассказала в интервью «Столы-программа». По словам Волочковой, она оплатила Сергею билеты на Мальдивы стоимостью 250 тысяч рублей. Кроме того, сам отдых в райском уголке обошелся ей еще в 2 миллионах рублей. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.